Сегодня первый раз наблюдал квас. Наверное, самым ярким впечатлением для меня явился сам подход к образовательному процессу, потому что, естественно, мы привыкли, что все садятся за парты, все открывают одинаковый учебник, все рисуют треугольники, даже если хотят рисовать квадраты или там белочек. Вот. Здесь это совершенно иной процесс, вот. И он, безусловно, очень интересен и увлекающий, и, на мой взгляд, за счет этой индивидуальности подхода к каждому из обучающихся детишек, ну, формируются именно вот те знания, те потребности закрываются, которые есть у каждого из детей, и, на мой взгляд, это намного эффективнее, чем сажать по 40 человек в класс и заставлять учиться тому, чему, может быть, им не сильно-то и хочется. Наверное, ну вот сейчас, анализируя сегодняшний опыт, поймался на мысли, что действительно наблюдение – это важный процесс, и он в школе Seymour House не является чем-то из ряда вон выходящим. Да? То есть, наверное, анализируя свое наблюдение, ну, основным удивлением было то, что дети абсолютно нормально воспринимают наблюдающего. Это для них не какой-то экзотический объект. Вот, соответственно, ну, судя по этому, надо сделать вывод о том, что наблюдение проходит достаточно часто. Вот, раз уж дети даже не обращают внимания на тех наблюдателей, которые есть. Поэтому здесь только честь и хвала вам, что вы организовываете подобные челленджи. Безусловно, это было полезным. Если вы позовете еще раз, я с удовольствием приду повторно.